Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда 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 Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Ванам Мануха Ванча Калпатару Васчаки Пасинда Бевача Патитанам Павани Бхавишнавибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхетагирам Ятки Патамахам Банди Парамананда Вадавам Бриндавай Тулсидеббай Вьявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчаива Нараттамам Девин Сварасватин Васам Тато Джайо Мадире Санкиртане Кришна Катху Падеши Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагод Бараньо Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сивавиринчинутам Сараньям Битаттихам Панатапал Бхабхакти Путам Банде Махапурусате Чарна Равиндам Ятпад Паллавана Качандамани Чатая Биспуржита Кимапикабхавадушва Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакивам Гаруши Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджануламбита бхужау канака бодато санкетанай капитаро камала ятакшам Вишам Бару Дижавару Джугадхар Мапало Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманинья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Шаджушва Дани
Лакшмир яса ча бхаксаси, яса астиде самбид, пам шингамахам бхаджи. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аддайта Витипатикай Рупасаха Сананда Сингхасана Лабда Дикшаха Хатена Кенапи Байам Сатена Дасикрита Гупаваду Битена Аддайта Витипатикай Рупасаха Сананда Сингхасана Лабда Дикшаха Хатена Кенапи Байам Сатена Дасикрита Гупаваду Битена. Гаури Гоштипати Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Джагадгуру сказал, если вы обретете милость Гуру Вайшнавов в полной степени, будьте уверены, что вы получите милость Верховного Господа. Гаури Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Джагадгуру сказал, предположим, вы получите полную милость чистых гуру и вайшнавов. В таком случае, будьте уверены, что вместе с ней вы получаете милость Верховного Господа, потому что милость Верховного Господа не может прийти к нам напрямую, она всегда приходит через гуру и вайшнавов. Поэтому Прабхупад очень часто говорил, без милости гуру и вайшнавов никто не сможет пересечь материальный океан. Это невозможно. Без милости гуру и вайшнавов никто не сможет пересечь материальный океан. Потому что Бхададжива — это татастхаджива. И для татастхаджив невозможно пересечь океан материи, материальный океан. Поэтому наше общение, если мы если у нас нет возможности напрямую общаться с гуру и вайшнавами, с чистыми гуру и вайшнавами, мы должны стараться вступить с ними в общение не напрямую. Прабхупад говорит, мы можем обрести общение нашей гуру Варги, спутников Шри Чайтанья. Следуя их поведению, все это мы можем узнать из Чайтанья Чаритамриты. Читая Чайтанья Чаритамриту, мы можем обрести их общение. Не важно, что они пришли сюда, на эту землю 500 лет назад. Это возможно? Возможно обрести их общение в настоящий момент. Что означает? То есть общение — это влечение, привлечение. То есть, если я совершаю сатсангу, но у меня нет влечения к ней, нет желания совершать ее, это не есть подлинная сатсанга в таком случае. Если у вас нет влечения к сатсанге, нет привязанности, в таком случае это общение нельзя назвать сатсангой. Санга — это привязанность. Это необходима привязанность в подлинном общении. Все общение, в которое мы вступаем с бесконечных времен, является причиной нашей обусловленности. Асат означает не вечный, материальный. Мы
под саду санга совершаем материальное общение. Под именем сад санги мы слушаем какую-то харикатху, и в конце концов оказывается, что она неблагоприятна, то есть не есть подлинная харикатха. В таком случае мы не можем ожидать, что наше сознание возвысится. Это очень тонко, тонко, очень легко совершить ошибку. И если вы сделаете это, кого винить в этом? Некого обвинять. Обусловленные души на 100% очень легко могут вступать в асад сангу. Но если они обладают сильной верой в Прабхупада и в Гуру Варгу, сильной привязанностью к Харикатхе, я могу дать гарантии, что они не могут пасть, они не ошибутся. День за днем их сознание будет возвышаться. Под именем Сат-Санги, под именем Харикатхи Махапрасада, если мы... То есть все это делаем неправильно, то есть мы принимаем что-то фальшивое под этим именем, то мы получим наказание за это. То общение, которое мы совершаем, в которое мы вступаем, может привести нас к обусловленности или в то же самое время дать нам освобождение. То есть саду-санга принесет нам освобождение от оков материи. Дочь Мануджи Махараджа, Девахути, говорит, говорит своему сыну Капиламуни. Она не думает о нем как о своем сыне, не воспринимает его как сына. Она относится к нему как к Бхагавану. Несмотря на то, что она знает, что Капилджи Махарадж мой сын, она никогда не думает о нем таким образом. Потому что сейчас она хочет освободиться от майи, от влияния майи. Она уже насладилась всем, чем только можно в этом материальном мире, и поняла, что достаточно, достаточно. И вот это, к этому необходимо прийти, что к этому пониманию хватит, хватит, то мы никогда так не говорим. Вот это главная наша проблема, главный вопрос. О, Прабху! Сейчас я преподаю. Сейчас я упал. Я пал в майю. В невежество. День и ночь. Мои органы чувств хотят наслаждаться. А я занят в том, чтобы удовлетворить их требования. Но по сей день я не смог удовлетворить их. И это моя трагедия, потому что это невозможно. Никто не может сделать этого. Как прежде я уже объяснял. Органы чувств как огонь.
Если вы будете подливать очищенное масло в огонь, глупо ожидать, что он потухнет от этого. Вы подбрасываете дровишки в огонь, подбрасываете горючее. В прошлый раз я рассказывал, например, из Шримад-Бхагаватам, сейчас я продолжаю. Девахути говорит Капиладжа Махараджа. Мои органы чувств не вечны, они материальные. И все их требования причиняют мне проблемы. Они никогда не удовлетворены. Я хотела дать им удовлетворить их потребности, но по сей день я это не увенчалось успехом. Они не удовлетворены. Я хотела удовлетворить их. И из этого я пала в таму, в тамагуну, в маю. Пожалуйста, спаси меня. Без прямого общения с гуру и вайшнавами. То есть необходимо прямое общение с гуру и вайшнавами. Это важно. Это важно. Прежде чем получить общение с гуру Падмой, с вайшнавами, прежде всего мы должны осознать гуру таттву, вайшнава таттву, прежде чем получить дикшу, прежде чем получить общение гуру вайшнавов, мы должны понять харикатху. Мы должны понять, что есть подлинная таттва. Очень точно мы должны прочувствовать это в сердце. И только в таком случае мы это будет благополучным. В противном случае, из-за опираясь на свои эмоции, мы будем искать общение. Это очень опасно, потому что мы можем в любой момент ошибиться. Это стопроцентно необходимо прямое общение с гуру вайшнавами. Не так, что просто получил дикшу и этого достаточно. Прабхупад объясняет. Прабхупад говорит, что те, кто получили дикшу и убежали от меня, нет у нас с ними никакой связи. Возвышенные преданные, такие как Вамана Госвами Махараш и другие, вы можете изучать их жизнь и осознать, что они обладали прямой связью с Прабхупадой, с Гуру Варгой. Поэтому они так могущественны. Нам необходимо прямое общение, взаимообмен с Гуру Девом. Те, кто не хотят совершать служение Гуру и Вайшнавам, не смогут достичь успеха. Прямое общение с гуру — это первый шаг. То есть гуру необходимо служить в любых обстоятельствах. Прямое общение с гуру — это первый шаг. Первый шаг на пути к духовному служению. Гуру необходимо служить. Понимаете? Если не служить гуру, никто не сможет по-настоящему служить, по-настоящему совершать служение. Прежде всего, необходимо
слушать от Гурупада Падмы. Необходима прямая связь с ним. Итак, сейчас мы подходим, вновь возвращаемся к нашему изначальному обсуждению, к нашей изначальной теме. Но это очень сложная тема, которую необходимо слушать очень внимательно. В противном случае мы не сможем ее понять. Обусловленное положение обусловленных душ. Девахути, мама Девахути говорит, пожалуйста, спаси меня. Мы не можем обрести бхакти, если мы не получим сатсанги. Коренная причина Кришна Бхакти — это саду санга. А также на пути к Кришна преме — это очень важный момент. В Джайвадхарме, в 19 главе Бхактивинода Тхакур говорит, в Дживе есть сила, кое-какая сила, она татастха шакти. Джива обладает силой, определенно, обладает шакти. И эта самая татастха шакти пребывает в дживе. Но вместе с тем, если без милости Кришны и Бхакты невозможна вот эта сила, присутствие силы. Несмотря на то, что какая-то энергия присуща дживе, какой-то шакти, джива-шакти. Но вместе с этим, если Кришна Крипа, Бхакта или Бхакта Крипа не снизойдет на дживу, не будет возможности развить сарупшакти в рите. Только лишь в случае обретения милости вайшнавов и Бхагавана можно развить сарупшакти в рите. В 19 главе Бхактивинода Тхакур объясняет в Джайвадхарме, что в дживе определенно присутствует шакти. Джива шакти, татастха шакти — это шакти. Но вместе с этим, если джива обретет Кришна Крипу или Бхакта Крипу, она сможет развить Бхагавана Сварупа Шакти. Тело, ум, чувственные органы чувств и все остальное. Тело дживы. Джива обладает телом. Ее речь, ее ум, ее органы чувств, все, чем она сейчас обладает материально в данный момент. Но, как я уже говорил, внутри дживы присутствует видья и авидья. Даже на Харикатхе на Бенгале я говорил об этом, Девананда Гаудия Мадхе, я это объяснял. Внутри дживы видья и авидья находятся одновременно. На Харикатхе по Бхагавадгите я также рассказывал об этом. Прежде всего, необходимо помочь себе. Бхактивинода Тхакур говорит, если дживатма поможет себе сама, то есть дживатма женского рода. Если джива будет двигаться в правильном направлении, все материальные отношения, гьяна, когда джива
направить себя в правильном, то есть будет двигаться в правильном направлении, в таком случае материальная гьяна возвысится до совершенства, и сухая вайрагия, то есть если джива будет двигаться в неправильном направлении, она разобьет сухую вайрагию, потому что она будет двигаться не к вайшнавам. Как на примере с Биламангалом Такуром, я могу это рассказать, как Рупа Госвами приводит этот пример, Бхактирасамрита Синду. Если джива, которая обладает каким-то разумом, если она то есть если материальная гьяна, нечистая гьяна присутствует в дживе, и в то же самое время у нее есть отречение, сухая вайрагия, это приведет к сухой вайрагии, к сухому отречению. Бхакти-вритти — естественная функция души, естественное качество души, оно не сможет развиваться в таких условиях. Бхагавата-сева — джива не сможет развивать себе тенденцию служить Бхагавану. Благодаря Сварупшакти Кришне, если хотя бы немного она разовьет себе стремление служить Кришне, постепенно она обретет возможность развить Шудда Бхакти. Таков процесс. В любой момент мы можем обрести бхакти. Это неправильное утверждение, что мы можем при любых обстоятельствах в любой момент получить бхакти. Для этого необходима сатсанга. В Расамрита Синду Рупа Госвами подпишет. Разве в какой-то рате обусловленные души пытаются совершать баджан? Как говорит Рупа Госвами, допустим, дживы уже развили какой-то рати, но они пытаются при этом избегать проблемы, то есть имеется в виду препятствия, они препятствия остаются, но какой-то рати развилась у джива. В таком случае, как говорит Рупа Госвами, то есть до сих пор у такой дживы остаются какие-то препятствия, какие-то проблемы, барьеры. В таком случае то есть она еще не обрела такого уровня, когда не остается никаких проблем на пути баджана. Кто же такой садака? Я уже много говорил об этом. Также Прабхупад приводит пример из Бхактирасамрита Синду. Синду, Бхактирасамрита Синду, Дживан Мукто.
Каков признак дживанамукты, освобожденной дживы, когда при жизни она получает освобождение, когда она свободна? Прабхупад очень часто говорил об этом. Значение этой шлоки таково. Значение этого понимания, этого понятия. При любых обстоятельствах, если джива развивает, находится в настроении служения, служит умом, речью и телом, всегда готова служить. При любых обстоятельствах, если джива всегда готова служить, стараться служить, пребывать в настроении служения, будьте уверены, что такая джива является дживанамукта, что она в освобожденном положении находится. То есть она освобождена, если у нее есть постоянное стремление к служению. Рупа Госвами Пад говорит, те, кто развили Кришнарати, но не пытаются, то есть, но еще присутствуют проблемы на их пути баджана, препятствия, барьеры, они еще не достигли того уровня, когда их не остается. Но при этом, если они не совершают никаких аппарат к лотосным стопам Ашрая и Вишая, Ашрая Виграхи. Те, кто развили Рати, но по сей день у них остаются проблемы в жизни, препятствия. Но при этом они не совершают никаких аппарат к лотосным стопам Ашрая Виграхи, Гуру Падападми, Гуру Вайшнавам и Бхагаване, но они не совершают никаких оскорблений. И Рупа Госвами говорит о таких личностях, что наступит такой день, когда они обретут Кришну, они встретятся с Кришной во сне или при других обстоятельствах. Они квалифицированы встретить Кришну. И Рупа Госвами говорит, что в действительности они садаки. Я уже говорил о садака-садане-татве, возможно, два месяца назад. То, что вечно присутствует в сварупе, природа джива. В конце концов, я расскажу об этом в конце. Задействуя свои органы чувств, мы должны пытаться совершать бхакти. Это называется садана бхакти. Садана бхакти означает, что мы должны развивать то, что заложено в нас на вечном уровне. Садхана-бхакти — это то, что может быть применимо с помощью органов чувств. Через баджан,
Сейчас вернемся к предыдущей шлоке, где говорится, Джива Госвами, Рупа Госвами пишет. А тех, кто квалифицирован обрести даршан Кришны, это Рупа Госвами Пад приводит пример с Биламангал Такуром. Он говорит, подобно Биламангалу Такуру, он, то есть те, кто находится на уровне садака, это не означает, что когда Биламангал Такур писал, книгу. Та самая книга, которой наслаждался Махапрабху с утра до вечера. Кришна Каранамриту. Когда он развил, то есть, когда он писал ее, он был уже на другом уровне. И Рупа Госвами Пад сравнивает стадию садыки с его первоначальной стадией. Когда он приводит Биламангала Такура, Рупа Госвами приводит в пример Биламангала Такура. Почему он делает это? То есть, потому что он привез пример его предыдущую ситуацию. То есть изначально он был, вначале он был полон камы, у него было много проблем. Полон материальной камы. Его привлекали, его внимание привлекало, привлекали грязные вещи, но в конце концов он развил сухое отречение. Как только что я говорил о том, что сказано в Джайвадхарме Бхактивинод Такуром. 10 минут назад я это объяснил. Что дживы обладают шакти. Татастха шакти присутствует в дживе. И если джива обретет Кришна Крипу, Бхакта Крипу, они разовьют свою Бхакти Сварупу. Вместе с этим, то есть в настоящий момент органы чувств материальные, но если каким-то образом джива, которая обладает минимальным разумом, направит себя в правильное направление, она разовьет первую, то есть она разовьет какое-то материальное знание, нечистое и сухое отречение. Но после этого, то есть в таком состоянии бхакти-вритти не может быть развита. Когда Кришна Сваруп Шакти-вритти разовьется в сердце, Шутта-бхакти-вритти сможет развиться. Как я говорил много раз, вопрос юкта-вайраги очень важен для того, чтобы защитить себя. В противном случае вы не сможете балансировать. Порой вы будете наслаждаться в потоке наслаждений. В другое время вы можете склоняться к отречению. И отречение, и наслаждение — это то, что необходимо избегать, то, что, от чего необходимо избавиться. Много раз я говорил, что Прабхупад, то есть не должно быть ни привязанности, ни сухого отречения. В таком случае наше движение к бхакти увенчается успехом. Юкта вайраги настолько тонка. Такое тонкое определение.
Я могу привести один пример в связи с этим. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада. Я вернусь к изначальному, к изначальной теме. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада Джагадгуру однажды дал наставление одному своему бхакти. Он сказал: отправляйся и купи очень дорогую обувь для Бона Махараджа. И этот севак купил очень дорогую обувь для Бона Махараджа, для того, чтобы тот отправился в них на проповедь. И после этого он сказал, Прабхупад сказал: иди и отдай их Бону Махараджу. Скажи, что Прабхупад просит тебя прийти к нему в этих дорогих туфлях. Бон Махарадж стеснялся предстать перед Прабхупадой в такой обуви, но Прабхупад повторил свою просьбу. И в конце концов Махарадж пришел к нему. Он засмеялся, Прабхупад засмеялся и сказал: вот сейчас это и есть юкта вайрагия. Сейчас ты отрекся. Сегодня ты отрекся от своего отречения. Ты отрекся от своего отречения. В чем смысл вайраги, если я не смогу служить Кришне? Если я не могу служить Гуру Варги и Гауранги, какой смысл в моей вайраги? Что мне делать с ней? Но вначале Биламангал Такур якобы не мог этого осознать, но это всего лишь лила. Я не могу сказать, что он обусловленная душа, потому что Гуру Варга говорит нам, что он находится на очень высоком, занимает очень высокое положение. Необходимо лишь понять, что такое вайрагия. Это точно так же, как татаста шакти. Это очень тонкое определение, что это очень тонко. Татастха — это вопрос нирвишеша. То есть джива никогда не может находиться в положении татастхи. Она либо направляется к наслаждению, либо к служению Кришне. И вот эта вот пограничная энергия татастха, как вчера я говорил об Аджамиле. Я привел пример с Аджамилой, что он не был на 100% материалистом, потому что он уже обладал каким-то знанием, каким-то осознанием, он был благосклонен к вайшнавам, он поклонялся шалограмме. Но в процессе он встретился с Майей. Для обусловленной души невозможно преодолеть эту Майю. Если нет достаточной энергии, в любой момент вы можете пасть, можете столкнуться с проблемами. Если у вас нет достаточной гуру крипы, милости вайшнава фигуры, вы можете пасть в любой момент. Поэтому будьте осторожны. Ваша сухая... То есть необходима милость гуру вайшнавов. И они в таком случае они защитят вас. Сейчас смысл в том, что Аджамил не был на 100% материалистом. Он обладал каким-то знанием, каким-то пониманием, осознанием. Но его чит-баллы было недостаточно, его, то есть силы, милости гуру вайшнавов было недостаточно, и он пал в Майю. Так
Как я уже рассказывала, что посередине ноль есть, можно пойти влево и вправо, то есть позитивное – это увеличение, а негативное – это минус, то есть минус один, минус два, минус три. И можно направиться в любую сторону. Если вы хотите пойти в негативном направлении, противоположно к позитивному, вам нужно пересечь ноль. То есть ноль — это середина. Ноль — это не нечто пустое, это что-то очень ценное. Точно так же, когда Аджамила был немного в позитивном направлении, то есть он не ушел далеко, но тем не менее он был в позитивном направлении, он пал. То есть осознанно или неосознанно он пересек этот ноль, это положение татастхи, такое положение, которое в котором он не был готов служить Кришне и в то же самое время не был привлечен майей. В тонкой форме татастха, бхава, присутствует в дживе. Но на практике то есть это как философия идеального газа. На практике идеальный газ недостижим. Недоступен. Бхактивинода Тхакур сказал, что джива, которая обладает татастабхавой, то есть в ней присутствует татастабхава в тонкой форме. Итак, Аджамила пал под влиянием майи. Это говорит о том, что определенно он с позитивного направления перешел в негативное, и он пересек ноль, пересек ноль. То же самое произошло с Бхактивинодом Тхакуром. Прежде он был погружен в майю очень глубоко, но по наставлению проститутки Чинтамани, в следующий раз я расскажу об этом подробнее. Когда он почувствовал какое-то отречение, попытайтесь понять, почему Рупа Госвамипад приводит этот случай в пример. Биламангала Тхакур, когда был ураган, ночью он пересек реку для того, чтобы увидеться с проституткой. Была высокая стена, с которой свисала змея. Он подумал, что это сам Кришна устроил это веревка, чтобы я смог добраться до Чинтамани. И он в конце концов он достиг того места, где находилась блудница Чинтамани. И Чинтамани услышала грохот, увидела: «О, это же Билвамангал!» Он был таким возвышенным пандитом, знает санскрит, но сейчас он полностью в майе. Шрирам Мишра звали его прежде. Она попыталась помочь ему войти в комнату, залезть в комнату. Он потерял сознание, он был в обмороке. После того, как сознание вернулось к нему, Чинтамани очень строго начала говорить с ним: «Ты глупец. Если бы у тебя такое влечение к моему телу, такая привязанность, если бы ты развил такую привязанность к Кришне,
Ты бы уже достиг его, ты бы уже обрел его, глупец. Ты пошел на такие риски для того, чтобы прийти сейчас сюда. Ты был готов умереть. Тогда Шри Мишра развил отречение и ушел оттуда. Чинтамани в действительности не блудница. В этой ситуации она выступает как посланница Кришны или как Кришна, потому что Кришна — это тоже Чинтамани. В шлоке говорится «проститутка Чинтамани», но подразумевается, что через нее говорил Кришна. Она очень жестко сказала ему Бидвамангала Такуру, и тогда он у него появилось отречение. Бхактисиддханта Такур говорит, что те, кто развили сухую вайрагию и материальное знание, они нечисты. Потому что в любой момент он может вновь оказаться в опасном положении. Возможно, кто-то развил отречение, но это не говорит о том, что он преодолел проблемы, потому что в любой момент он может вновь столкнуться с ними. Как однажды. То есть, и Бидвамангала Такур по пути встретил прекрасную девушку, которая принимала омовение. Она была очень разумная, и он хотел вновь наслаждаться, захотел наслаждаться этой девушкой. Муж этой девушки, то есть в то время Бидвамангала Такур уже выглядел как саду. Когда девушка предстала перед Шри Рамишрой, он испытал отвращение. Он сказал: «Я не могу контролировать себя, поэтому лучше мне выколоть себе глаза. Лучше бы я был слепым». Он попросил заколку этой девушки, и выколол себе глаза. Он сказал, у него было столько отвращения к себе, что я не могу контролировать себя, и он выколол себе глаза, и тогда гуру и вайшнавы стали благосклонны к нему, и с того момента он развил подлинное отречение. И с помощью садху-санги, то есть прежде всего он развил сухую вайрагию. Вначале я просто интересовался Адвайтам Маргам, то есть я хотел провозгласить всем, то есть я хотел общаться с теми, кто почитает меня, кто выражает мне почтение, но каким-то образом, по милости Кришны, мое настроение изменилось. Я стал слугой Кришны. Таким образом, я хочу задать вопрос. Когда Бидвамангала Такур находясь в майе, в негативном направлении, в негативной стороне, он перебрался в позитивную сторону, на сева-марг, на путь служения. И в этом случае осознанно или неосознанно он пересек положение татастхи, то есть положение нирвишеша. Таким образом, это невозможно для Бхатха-дживы. Обычно
Обычно бадха-дживы в материальном мире не могут. То есть обусловленные души могут либо быть в майе, либо служить Кришне. Но таким образом, Рупа Госвами Пад приводит этот пример. То, о чем я хочу сказать, что Прабхупад говорит, сказал Бона Махараджу, что сегодня ты отрекся от своего отречения, ты превзошел отречение. Итак, мы заинтересованы в Юкта-Вайраге. Сейчас я хочу прочесть одно письмо. Много писем приходит ко мне, но одно замечательное письмо послано одним из моих сыновей из Словении. Я хочу прочесть его, и основываясь на нем, кое-что рассказать, обсудить его. Тут в этом письме затронуты очень важные вопросы. Один преданный. Один преданный спросил по интернету, задал вопрос. И тот саньяси был вынужден ответить. Он был саньяси. Тот Махарадж сказал моему сыну, моему, то есть тому, кто задает вопрос, следующее определение. Описание о мне нужно прочитать с самого начала. Вопрос был о татастха-шакти и анади-карме. Но из-за нехватки времени я не смог понять. Сейчас я хочу более ясно объяснить. Я напрямую слышал от моего Гурудева и Бхактивалла Бхактивалла Госвами Махараджа, что джива — это татастха-шакти, что означает, что она находится между духовностью, духовным миром и материальным. Я уже очень ясно дал ответ на это. Может ли по свободному желанию джива принять одну из сторон? Эту философию необходимо понять, объяснение, данное Шрила Бхактивинода Такуром. Вчера я говорил об этом. Суть в том, что шлока из Брихадарани Упанишад и следующая шлока 4.3.18 Брихадарани Упанишад. Это
Анусанчарати Сапнантанча Буддхантанча. Эта шлока означает, что Пуруша, Дживатма, обладает двумя опциями. У него два выбора. Дживатма зовется Пуруша, Джива Пуруш. Она может находиться в материальном мире, а может в Чит-Джагат, в трансцендентном мире. Эта самая Дживатма находится посередине, на пограничном положении, подобно сну. Она смотрит налево и направо. Кто-то чувствует влечение к трансцендентному миру и отправляется туда, кто-то испытывает влечение к материальному миру и отправляется в материальный мир. Также, следующий пример, как рыба. Рыба в большой реке плавает, 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 порой к одному берегу подплывая, порой к другому. Таков пример. Суть в том, что философия, данная здесь, прекрасно дает нам понять, если мы находимся в положении татастха, можно, то есть возможность отправиться в майю, есть возможность отправиться в духовный мир. Но для обусловленных душ их положение описано. Также я уже рассказал о том, что положение татастха — это тонкая форма. Если мы можем понять это теоретически, это очень хорошо. Если этот пример, если нет примера, без примера очень сложно понять для нас подобное. Я уже привел два примера с Бхагаватам Такуром и также о Аджамиле. Это применимо к уже обусловленным душам. Анади Бахирмук. Тут вытекает один момент. Анади Бахирмук говорит о том, что нет времени. То есть Бхагаватам Такур очень ясно говорит, мы не можем отыскать начального момента, начала, момента начала. Поэтому говорится Анади. Если материальное время в материальном мире, то есть если материальное время не применимо к материальному миру, то что же применимо? Два фактора — вечное существование в вечном мире, а также материальное время. Если материальное время неприменимо, то какое применимо? Вечное. Итак, в действительности, как вчера я говорил, дживы, которые приходят напрямую от Баладева Нитянанды, являются нитья-муктами. Они постоянно вовлечены в служение, они никогда не видели материальную самсару, они даже не имеют представления об этом. И начиная от татастха-шакти, дживы нисходят и не могут быть сравнены, то есть они не сравнимы с теми, кто исходит от Баладева Джамахараджа. То есть есть другая джива, бесконечное количество джив, которые исходят из татастха-шакти. They are bonded.
Они вечно обусловлены. Прежде дживы, которые исходят из санкаршаны, вечно свободные, а также вечно освобожденные. Если мы выражаем какие-то сомнения о Кришне, почему Кришна делает то, почему это? Дживы вечно обусловлены, они находятся в нити самсаре. Если нет разбойников, какой смысл в полиции? Если нет разбойников, нет воров, никаких разбойств не существует, каков смысл полиции? Я уже сказал. Кришна полон бесконечного разнообразия. Мы не можем ни в чем обвинять Кришну. Он полон разнообразия. Почему же Кришна такой? Это его игра, которая описана в шастрах. Почему Кришна хочет играть? Почему он совершает эти игры? Для чего? Почему маленькие дети играют? Если зададите вопрос ребенку, ты зачем играешь? Он скажет, мне нравится, вот я играю. Кришна всегда вовлечен в игры. В вечном Вриндаване Кришна совершает игры. Он играет во Вриндаване, также он играет с этим творением, со всеми дживами. Здесь нет вопроса о потерях и приобретениях. Зачем Кришне играть с обусловленными душами? Это его желание с незапамятных времен, которое не имеет начала. Итак, что происходит? Анади Бахирмук. Этот термин применим. К примерам вышеописанным, то есть как Биламангал Такур и Аджамила, они с позитивного ушли в негативное, и наоборот, с негативного до позитивного, пересекя ноль, положение нейтральное, ноль. Итак, как мой сын, он слышал от Шрилы Бхактивинода Махараджа о том, что джива — это Татхаста Шакти, что говорит о том, что она находится посредине трансцендентного и материального мира, и также она обладает свободой выбора. В противном случае, без этой свободы четанвасту был бы бесполезным. Если бы не было никакой свободы выбора, свободы желания, каков смысл бы был во всем этом? Я слышал напрямую от моего Гурудева, Шрилы Бхактивинода Махараджа, что джива — это Татхаста Шакти, которая находится посреди трансцендентного материального мира, а также обладает свободой выбора, независимой свободой выбора. И Бхактивинода Такур также говорит об этом, что джива, обладая своими качествами, может отправиться в трансцендентный мир, а может в духовный. Если джива хочет наслаждаться материальным миром, она получит ложное эго. Ложное эго окутает ее. Из-за своего решения, то есть решение, джива делает выбор, находясь на положении татастхи. То есть я сейчас ничего не говорю, я просто читаю, что сказано в письме.
Сказано, что обусловленные души Анади Бахир Мук совершает карму. И нет начала этому. Слово «Анади» я также прочел в 16 главе Шрила Бхактивинода Тхакура в Джаватхарме. Там один преданный задает вопрос об этом. Один вопрос задал по интернету. Один преданный задал мне вопрос по интернету и об этом же. Видя мой ответ, один саньяси, ученик одного махараджа, сказал мне, что это описание неправдиво, неправильно. То есть он не говорил, что это идеология неверная, он сказал, что это неприменимо к материальному миру. Он сказал, что то, что сказал твой Гуру Махарадж, и то, что сказано Бхактивинода Тхакуром, в Джаватхарме, в действительности неправда. Потому что карма анади, то есть она не имеет начала. Шрила Бхактивинода Тхакур дает описание анади кармы как фигуративное описание, которое говорит о том, что дживы вынуждены страдать, но в действительности никогда не происходит на практике так. И также он цитировал комментарий Шрилы Баладева Видьябхушана из Веданта Сутры Говинда Бхашья 2.32.35. Он использовал эти стихи как доказательство истинного описания, почему и как карма является анади. И мой сын ответил на это, говорит, что я прочел все, что он написал, и Балдев Идебушин, то есть он сказал, я все это перечитал, и Балдев Идебушин пишет, что джива анади и карма также анади. И также он приводит иллюстрацию семени и ростка. Как пример того, что мы видим в этом материальном мире, благодаря которому мы можем понять какие-то моменты. Итак, саньяси продолжал спорить, и мой сын переслал это письмо мне. Этот саньяси заявляет, что несмотря на то, что Бхактивинода Тхакур писал в своей Джаватхарме карму как анади, это не может быть правдой, потому что... То есть он говорит неправду, это не говорит о том, что он не хочет оскорбить Бхактивинода Тхакура, он говорит лишь, что теоретически это неприменимо. То есть саньяси говорит, что то, что написал Бхактивинода Тхакур в Джаватхарме, не может быть применимо по следующей причине. Он говорит, что не может быть начала в снаружи материального мира, потому что все вечно. Я тоже говорил об этом, что есть материальное время, а есть вечное время. Итак, этот саньяси сказал, то есть спорит с этим преданным, он переслал мне его утверждение. Он говорит, что если бы было начало кармы вместо бесконечности, Господа можно было бы обвинить в пристрастности,
основываясь на сутре 1.4.35. Из-за того, что карма является... Из-за того, что карма анади, то есть по этой причине мы не можем винить Кришну. Если бы было начало, момент начала кармы, вместо того, чтобы быть безначальной, Господь посылает... Основываясь на этих сутрах, третий момент. Говорится, что карма не имеет начала. Она вечно существует. Пример с... с семенем и ростком. То есть нет решения, невозможно понять, что изначально, семя или росток. Таким образом, карма вечна, точно так же, как и джива. То есть семя вечно. Четвертый момент в том, что если джива по-настоящему может видеть материальный мир с одной стороны, а Кришна с другой стороны, дживатма определенно выбрала бы Кришну, в противном случае, как можно назвать Кришну всепривлекающим? Если бы дживатма посмотрела на Кришну, она бы определенно выбрала Его. Если бы Джива по-настоящему могла увидеть Кришну. В этой материальной Брахманде, представьте, что, то есть, находясь на положении Татастха, если Дживы посмотрели бы на Кришну, а не на Майю, определенно они привлеклись бы Кришной на 100%. Понимаете, о чем я говорю? Если бы Джива посмотрела на Кришну, материальный мир, а с другой стороны на Кришну, определенно дживатма выбрала бы Кришну. В противном случае, как можно назвать Кришну всепривлекающим? Это очень важный момент. Пятое. Если бы как был такой момент, когда у дживы не было еще кармы, когда, если был такой момент, когда еще не было у дживы кармы, в таком случае не было бы Махавишна вечен, и пралая также вечна. Это не они не имеют начала. Если бы джива по-настоящему могла видеть материальный мир с одной стороны, а Кришна с другой стороны, в таком случае джива определенно выбрала бы Кришну. В противном случае, как можно назвать Кришну всепривлекающим? Затем следующий момент. Если бы джива не имела кармы в один из отрезков времени, тогда не было бы... Не из чего было бы сотворить Махавишну эту лилу. Махавишна вечен. Его дыхание вечно, и пралая также вечна. Это они не имеют начала. Преданные говорят, не саньяси. Этот преданный сказал, я сказал этому саньяси, я показал ему, что тот же самый Баладев Видьябхушан Прабху говорит в своих комментариях, в сутрах,
Если бы джива повернулась к Богу, отвернулась от Бога, ее, когда джива поворачивается, отворачивается от Господа, ее природа, вечная духовная природа покрывается. Бхактисиддханта Тхакур также говорит об этом. Он вынужден дать этот пример, иначе мы бы ничего не поняли. В своих комментариях он также говорит в Бхагавадгите, Бхагавадгита 15, я сказал этому саньяси, что этот момент основан на писаниях Шримад Бхагаватам, как я вчера говорил, 11.2.37. Там сказано, Ishad Apatasya, turning away from God as the cause of coming under Mahamaya. And that Kaviraj Goswami quoted Kaviraj Goswami также в Чайтанья Чаритамрите говорит, он дает пример. Кришна Були Сей Анази Бахирмук. So because Baladev mentioned потому что упомянуто два момента, мы должны найти примирение этим понятиям. Карма Кавирадж Госвами в Чайтанье Чаритамрите дает, также цитирует этот стих. Этот саньяси говорит, что карма буквально анади означает. Карма буквально дословно переводится как анади. Что джипир джива стоит выбор, либо начать карму, материальную деятельность, либо служить Бхагавану. И то, что говорит Баладев Видьябхушана в сутрах 2.3.26, также в Чайтанья Чаритамрите сказано, в начале was not existing previous to bondage of Jiva. Follow. This choice, I mean, either can go this side. You know, this choice was not existing previous to bondage of Jiva. Because bondage is anadi. То есть обусловленность Дживы бесконечна. Она анади. И этот саньяси, опираясь на комментарии Шрилы Вишна Чакрати Такура из Шримад Бхагаватам 4.32.20.2.32, говорится, что джива обусловлена. И в случае с Аджамилой никто не заставлял его, никто не заставлял его прыгать в майю, никто не заставлял его также служить. И Вишна Чакравати Пад из Шримад Бхагаватам доказывает, цитируя шлоку, доказывает, что никто не заставляет Дживу действовать каким-то определенным образом. Она сама принимает решение, что ей делать. И сейчас мы должны понять, мой сын пытался примирить эти противоречия. So
Бхактивинода Тхакур пишет также в одной статье, не знаю, время позволит мне или нет, я хочу зачитать это, если не прочитаю, ничего хорошего там нет. Один мой сын из Словении, этот самый сын из Словении, дает ответ этому саньяси, и саньяси отвечает ему. То, что уже было прочитано, и сын мой отвечает. То есть сейчас я снова все перечитаю. Когда Бададжива становится садхана-сиддхой, она войдет на трансцендентную Голока-дхамму, на вечную Голока-дхамму, несмотря на то, что она вечна и свыше материального времени, превыше материального времени, тем не менее, там есть понимание начала. Если джива может с самого начала обладать, если джива с самого начала могла бы служить Кришне на Голока Вриндаване, как в случае с Гопакумаром, мы не могли бы сказать, что нет начала вечности о материальном мире. Итак, татастха выше материального времени. То есть уровень татастхи выше материального времени. Итак, положение татастха выше материального времени. Может быть, начало. Джива выбирает, что делать, войти в трансцендентный мир или в материальный мир. Это описание. Имеет начало. Джива по ее собственному выбору. Second argument given by Nassau, the sutra says that if God would делает свой собственный выбор. Следующее. Если Господь хотел бы создать какое-то особое творение с разными положениями джив в материальном мире, не считаясь с их деятельностью, тогда он бы, в таком случае, он стал бы жестоким, беспощадным, но он дает положение дживе, каждой дживе, в соответствии с ее деяниями. Если джива сама выбирает материальный мир, пойти из положения татастхи в материальный мир, Господь лишь позволяет ей делать это. Таким образом, мы не можем сказать, что карма дживы не имеет начала. То есть, если карма дживы не имеет начала, в таком случае Господа не в чем обвинять. Таким образом, нет никаких противоречий. Следующее доказательство, приведенное им, Господь говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто рожден, определенно умрет, а тот, кто умрет, определенно будет рожден вновь. Это применимо только в определенных обстоятельствах, потому что дальше Кришна говорит, тот, кто осознает Кришну, вновь не будет рождаться. Итак, мы не можем сказать, что Кришне, что это не может, что это неправда все, потому что он уже сказал, что это
Эти принципы применимы только в определенных обстоятельствах, не ко всем подряд. Как в примере с ростком. Если мы буквально принимаем, что нет ни начала, ни конца, проблема появляется. О конце кармы. Но мы знаем, что карма может остановиться, то есть перестать действовать. Бхактивин Такур также говорит об этом. Не странно то, что карма анади, тем не менее, ее действие можно остановить. Можно остановить карму в жизни дживы. Таким образом, мы знаем, что знаешь, что карму можно разрушить, можно удалить, если кто-то принимает путь бхакти. Таким образом, пример с семенем и деревом иллюстрирует определенные принципы того, как карма не покрывает все обстоятельства, она лишь может трансформируется. Простите, я ошиблась. Карма вечна. Карма бесконечна, извечна. Карма вечна, нескончаема, бесконечна. Не может быть начала кармы. Господь вездесущ, всемогущий. Он может создать семя без чего бы то, создать дерево. Он может вырастить дерево, создать дерево без семени. Он может полностью разрушить дерево и семя. Он может все что угодно. Если джива на положении из положения татастхи выбирает прийти в материальный мир, Господь создает древо кармы для нее. И вновь джива нельзя, и Господа нельзя винить за это. Еще один момент, который я слышал от моего Гурудева, Махамая. Смотрит, очень привлекательно в сторону определенных джив, и они хотят принять ее прибежище, поэтому некоторые хотят войти в материальный мир. Как в материальном мире мы видим, что есть такие насекомые, которые привлекомы светом сгорают, влетая в огонь. Кришна вечен. Махавишна также вечен. Мы не можем сказать, что Кришна был до существования Махавишну. По моему мнению, мы постоянно пытаемся применить наши мозги, наш мозг. Кришна вечен, и Махавишна также вечен. Мы не можем сказать, что Кришна существовал до Махавишну, потому что оба они вечны. Тем не менее, говорится, что Кришна — это причина всех причин, также Махавишну. Галока Лила вечна, Махавишна Шишти Лила также вечна. Порой творение, порой разрушение, но она вечна. Шишти Лила. Перевернутое отражение Галока Лилы, то есть материальный мир, перевернутое отражение.
Почему Джива не может войти в Шишти Лилу? Потому что на нее не влияет материальное время. В материальном мире мы видим, что есть причина, а впоследствии эффект, причина и следствие. Но в трансцендентном мире все устроено так, что нет промежутка между причиной и следствием. Поэтому говорится о Нади, Бахирмука, говорится, что нет влияния материального времени. Джива, которые хотели наслаждаться Майей, находятся постоянно в Шришти Лиле, несмотря на то, что прежде они были в положении Татастха. И этот преданный просит прояснить этот момент. Мне до сих пор не ясно, как Балдев Видьябушна объясняет, что карма является анади. В Веданте сказано так. И это правильно. Но как же это не противоречит тому, что написал Бхактивинода Тхакур в Джайвадхарме? Пожалуйста, простите, что написал такое длинное письмо. Я хотел выразить очень ясно то, о чем я говорю. Почему я спрашивал вас? Когда я вас спрашивал, такой вопрос задал этот преданный. Итак, сегодня попытайтесь обдумать вновь это письмо, попытайтесь обдумать вновь все эти моменты, понять это письмо. В следующий раз я попытаюсь привести много примеров из разных писаний Бхактивинода Тхакура Прабхупады. Я буду пытаться ответить на это письмо. Я уже привел много примеров. Шрила Бхактивинода Тхакур. Прабхупад написал одну прекрасную статью для того, чтобы прояснить положение обусловленных душ. В следующей харикатхе я постараюсь объяснить это более подробно. Прабхупад говорит, джива помещены в три разные положения. Такие как обусловленное положение, пограничное положение и положение и освобождение. Бхагаван говорит, если три этих положения напрямую, не напрямую, возможно, больше чем один год назад, не могу точно сейчас вспомнить, я объяснял, что Татхаста Шакти напрямую не находится в Кришне. В соответствии с Ачинтья Бхагавад Гитой,
отношениями между Дживой и Бхагаваном. Там говорится, что нет этого внутри Кришны, потому что внутри Кришны только лишь Сварупа Шакти. И Прабхупад говорит, Джива обладает тремя разными положениями. Освобожденное положение, пограничное и обусловленное. Если Бхагаван видит это обусловленное положение, has not been derived from Supreme Lord, then in that case its existence becomes false. All coming from Krishna. All coming from eternal Krishna. Все исходит от Кришны, от вечного Кришны. Prabhupada speaking, if Bhagavan itself, если Бхагаван, Прабхупад говорит, если Бхагаван, these three conditions are resting directly or indirectly. If at all it is taken as granted that the existence of this bonded condition has not been derived from the Lord, then in that case its existence becomes false. Those Mayavadis saying that Mayavadi говорят, materially bonded condition, что материально обусловленное положение полностью ложно, то есть оно не подлинно, не истинно. Но Бхагаван Шри Кришна, Чайтанья Дев, говорит, что это не, оно не ложное, но оно не постоянное. То есть это говорит о том, что на него влияет то есть оно разрушается от времени, на него влияет время, но оно не ложное. Обусловленность — это пример метаморфоз. Атма, душа — это место. Татва-гьяна известна как метаморфозис. То есть она преобразующаяся, трансформируется, трансформация Шакти Бхагавана, Верховного Господа, делает из дерева, то есть 14 миров сравнивается с деревом, как в Бхагавад-гите также. Прабхупад говорит, трансформация Шакти, Бхагавана, Верховного Господа делает из этих 14 миров. То есть Верховный Господь никогда не претерпевает влияние трех этих материальных, трех этих положений дживы, обусловленной, освобожденной и нейтральной. Внешняя потенция Господа Майя Шакти исходит из материального мира. Материальная его энергия — это трансформированная энергия трансцендентного мира. Вечная энергия. То есть между вечной его энергией и материальной энергией
пограничная энергия, это тастха, которая порождает бесконечное количество дживатм. Ану-чайтанья джива — трансформация шакти. Поэтому они могут принять прибежище антаранга шакти трансцендентного мира, а также может пойти под влияние майя шакти. То есть джива обладает двумя возможностями: либо быть в материальном мире, либо быть на Вайкунтхе. То есть джива может находиться в обоих этих местах, если that demarcation can be compared with tatastha line. In between the internal potency and external potency, that demarcation can be compared with tatastha line. In between the internal potency and external potency of Supreme Lord, there is an inconceivable place. В следующий раз я больше расскажу на эту тему. Попытайтесь понять все эти моменты. Постарайтесь понять, как обусловленное состояние когда и как джива может впасть в обусловленное положение. И основываясь на доказательствах Бхактисиддханта Такура и Прабхупады, я разберу эту тему. Крия сактана дхик дхик бикота тапасо дхик ча джамин дхигосту брахма ахам бадана парифуллана джаро матина ким итана сачама Бисайураса матьяна нарупасуну, но кесанчит лесо йопи, охо милито гаура мадхуна, крия сактана дхик, дхик бикота тапаса дхик чаджамин, дхигасту брахма ахам бадана парифуллана джаро матино, ким итана сачама, бисайураса матьяна нарупасуну, но кесанчит лесо йопи, Ахо-хо милито гаура-мадхуна банча-калпатурвасике пасинда-бепача патитананг-пабана-бабашна-бьё-намо-мо.